Я вас приветствую, дорогие мои, с вами Тамара Капивара, и мы продолжаем проходить GTA Vice City Stories, или же приключения Витька. Да, ребята, давно у нас серии не было, примерно, наверное, месяц, но, ребята, у меня были обстоятельства, и перед началом серии я хочу всех поблагодарить за поддержку, спасибо за ваши комментарии, всем понимающим людям я говорю огромное спасибо, что вы ждали, что вы надеялись, что вы меня поддерживали, поэтому, ребята, это прохождение для вас, для всех тех, кто меня понял и кто меня поддерживал, спасибо вам огромное. Еще, ребята, я хочу выразить благодарность одному человеку, который мне очень сильно помог, и я могу спокойно продолжить прохождение Vice City Stories благодаря ему. Вот, ребята, все, я вам все сказала, и давайте-ка пойдем на миссию. У нас, кстати, с вами Лэнс, если я правильно помню, и Forbes, не из списка Forbes. Так, кто там? А, доходы, доходы, доходы — это хорошо, расходы — это плохо. Так вот, ребята, да, только Forbes, не из списка Forbes, и Лэнс, Дэнс, Вэнс, Херенс. Так, ребят, еще сегодня серия, можно сказать, вводная, я вспоминаю управление. Да, ребята, я все забыла, хотя вы скажете: Тамара, в GTA, что там вспоминать управление? В принципе же все легко и просто. А я вам отвечу, ребят, все равно подзабывается. Тихо! Ты что, дурак, что ли, ребят? Это что-то... Ёпта, он меня арестовать что хочет. Не-н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 е. Нет! Ты что, блин, нет! Да офигеть, ребята, просто он сам в меня врезался, это что такое? Насилие надо мной, как над личностью. Офигеть, полис, блин. Полис, полис. Отпусти меня, плиз. Ребят, попытка номер два, заход номер два. Я только хотела, знаете, начать говорить о том, что, может быть, сегодня будут легкие миссии, там, минимум стрельбы, больше, там, не знаю, угона какого-нибудь транспорта, я надеюсь, потому что стрельбу, я не знаю, вынесу ли я сегодня ее или нет, потому что надо, знаете, просто привыкнуть. Просто привыкнуть и все. И, ребята, еще попозже будет в сообществе, выйдет расписание игр и серий, когда будет что сниматься, и примерно я буду его придерживаться, потому что, ребят, на 100% я не смогу, потому что я работаю, вот, и летсплей — это хобби, поэтому, ребята, как-то так. Уж извините, все не выполню, но постараюсь. Так, где этот Forbes засел-то, не из списка Forbes? Так что вот, ребят, следите за сообществом, кому надо, приходите на стримы, я там всем отвечаю, можем вообще любую темку обсудить. Так что все, ребята, всех жду. Вот. А связаться со мной можно только на стримах. Как-то так. Так, все, слезай. Так, ребята, вы будете смеяться, но я уже третий раз пытаюсь доехать до Форбса, не из списка Forbes. Вылетело все нахрен. Ладно, надеюсь, эта попытка уже будет удачной. Что-то как-то странно все. Сделка с подвохом, о как. Мне не нравятся сделки с подвохом. Я знаю, что скоро планируется крупная поставка. Я был в твоей квартире и прочитал кое-какие записи. Да-да-да-да-да, я как раз собирался рассказать. Сезон находится в баре. Они дадут тебе именно то, что ты ищешь. Тебе лучше, чтобы это было так. Понятно тебе? Мне? Да ладно вам, я ведь ваш друг. Правда, с мешком на голове, и вы можете меня в любой момент убить. Отправляйся в бар. Так, Лэнс, мы едем в бар. Веди себя очень прилично, понятно тебе? Чтоб я за тебя не краснел. Если ты будешь творить всякое, я, короче, скажу, что ты не со мной. Так, ладно, поехали в бар. Смотрите, как Лэнс держится на мотоцикле за это... за заднюю сидушку. Он не обнимает меня, потому что мы супер натуралы. Ладно, все. Так, зайди в бар. Хорошо. Мы как синхронно слезли с мотоцикла. Лэнс, может быть, нам податься в синхронное плавание? Денег много заработаем, раз с моей карьерой военного не вышло. Так, байкеры. Ой, слушайте, они как-то стоят вот прям как-то вот с битами, как-то агрессивно. Я боюсь, ребят, туда заходить. Ладно, пойдемте. А что делать? Так. Что-то не так с этим местом. Вот именно. Я не знал, что на дискотеках бывают байкеры. Думаю, Форб снова нас обманул. Ух ты. Здесь не место таким, как вы. Я хочу оседлать мелкого. Ага, черт, в клубе для мальчиков двое избивают одного. Вот черт. А, блин, подождите. Ой, ёпту. Ой, блин, сразу же по морде надавали. Подождите, хорошо, хоть не вылетело. Стоп, подождите, пацаны, подождите. Лэнс, собираем толпу, короче. Ты собирай, они пусть тебя бьют, а я сейчас быстро всех порешаю. Ну, быстрее, быстрее. Все, Лэнс, ну ты хоть с одним разберись. Так, подождите, а там дальше пацаны, это...
С огнестрелами уже. Блин, музыка, не играй, музыка, не-не-не-не. Музыка, вдруг ты палевная, не надо мне, а то мне потом придется все это вырезать нахрен, и вы будете вообще просто слушать тишину, потому что я тут, это вот, тут все плохо. Музыка, не пались, пожалуйста, надеюсь, ты не палевная. Почему ты палишься? Это я ж тебя отключала. Да. Витек, ты что творишь-то? Нам надо срочно отсюда быстро выходить. Походу, тут неотключаемая музыка. Все, без башки остался. Все. Хорошо. Чувак, Форд снова нас это поимел. Давай вернемся и его поимеем. Образно говоря, конечно. Потому что мы супернатуралы. Так, все, выходим из бара. Ах, Форд, блин. Форбс. Не из списков. Тихо. Пацаны, тихо. Ой, ёб твою, блин. А, блин. У них ножи. Лэнс, у них ножи. На! Успею. Лэнс, почему у тебя нет оружия, скажи мне, Лэнс? Тем более в такой ситуации. Надо иметь оружие, как бы, ну. Так, ребят, вроде бы, смотрите, я стреляю не так уж плохо, как могла бы стрелять. В принципе, вполне себе нормально. Так, ну все, ребят, сейчас мы пойдем в Форбс, настучим по харе, потому что такие подставы делать. Нас чуть не это... Чуть не зашли к нам с черного входа. Это что такое-то вообще? Ну все, Форбс. Капец тебе. Что это за черт? Это же Форбс! Догони его! И унись. Пошли догонять и унижать Форбса. А, разберитесь с Форбсом. А, сейчас. Лэнс, ты будешь стрелять, нет? Или только я? Блин. На мотоперочке такой едет. Важный хер бумажный Форбс. Тихо. Да ёб твою, блин, ну не надо так делать-то. Лэнс, Дэнс, хренец. Давай. Быстрее. Слушайте... Тихо. А он может куда-то уехать, или он циклично будет гонять по одной траектории? Хер его знает, поэтому давайте-ка поторопимся. Лучше бы, конечно, было взять машину. Так бы просто его старанили, да и все. А так вот нам надо будет в него стрелять. Хотя какая разница? Блин, нам свои мотоперки. Да разгонись! Лэнс, ну постреляй, вытащи у меня из кармана пистолет. Ну. Все, чувак, я не хотел, чтобы мы его убивали. Сейчас уже слишком поздно, Лэнс. Отвези Лэнса в его отель. Так, можно я возьму это оружейки? Надеюсь, Лэнса не собьют, а то будет вообще миссия провалена, потому что Лэнс помер. Так, ну-ка, садись. Отвези Лэнса в его отель. Еще бы сказали, оплати Лэнсу его отель. Ты же старший брат, ты же можешь. Ну все, ребята, немножко было кипишно, потому что стрельба тут непривычная, эмулятор все-таки. Но я постаралась. Кое-как криво, косо, но мы прошли. Ура, ребята. Я уверен, что что-то не так с той большой поставкой, о которой он говорил. Лучше с этим разобраться. До встречи, братишка. Данное транспортное средство находится в списке, короче. В списке. Ну и хорошо, что оно находится в списке. Мне-то что? Так, у меня остался один Лэнс, да? Больше никого нету. Чё, ребят, предлагаю... Кто пишет? Тётя Энит. Лэнс говорил, что он заправляет всеми вашими делами. Он такой хороший мальчик. Лэнс просто балабол, тётя Энит. И если бы я был бы менее культурным человеком, я бы сказал, что Лэнс полностью... Пи-пи-пи-пи. Мышь пробежала. Так, все, ребята, короче, Лэнс, как обычно, знаете, наврал в три короба, короче, обманул всех и типа такой важный хрен бумажный. Типа он всем тут заправляет. Конечно, Лэнс, конечно, блин, только в мечтах он этим всем заправляет. Ну что, ребята, я сохранилась и я опять-таки еду к Лэнсу. Кстати говоря, я помню, тут, когда проходила за Версети, был броник, но сейчас тут его, к сожалению, нет, обидненько. Видите, ребята, вспоминается все. Так, что... Лэнс еще учудит, ребят, я уже боюсь, понимаете, он тете наплел, мне лапши навешал, поэтому, ребят, Лэнс такой опасный, шоу, я уже боюсь с ним реально связываться. Что ему еще в его голову придет, хрен узнает. Кстати, а тут я бронежилет могу купить? Надо посмотреть, ребят, давайте попробуем. Так, возьми руку в руку, пожалуйста, а то мало ли какой тут этот оружейник, а то еще убьет нас, скажет, о, ты показался мне агрессивен. Так, ну-ка, у тебя есть бронежилет? Нет, это мне не надо, это мне тоже не надо, это гранаты тоже не надо, это тоже не надо. Во, бронежилет, большое спасибо тебе. Так, все, выйти, я выхожу. До свидания. Блин,
Смотрите, ребят, у меня оружие оказалось в руках, а ему пофигу, типа, ну и ладно, ну ничего страшного, это не тот больной на голову оружейник, помните, в Liberty City Stories, который просто меня вышибал, понимаете? Я косо на него посмотрел, он меня раз и вышибает, типа, все, чувак, ты на меня косо посмотрел, добро пожаловать на тот свет, и отправлял меня постоянно. Эх, сложно там, короче, было насчет покупки оружия в одном месте. Так, ну что у тебя, Лэнс? Я уж боюсь идти, украсть, что плохо, лежит. Розовый! Нет, синий! Нет, белый! Я возьму все три! Я позвоню, позвоню! В чем ты проблема, чувак, а? Моя проблема? Моя проблема в том, что ты нас обоих хочешь угробить, как идиот! Я просил тебя не втягивать нас глубоко! Ой, заткнись, отрасти себе яйца! Что, крутой парень, что ты сказал мне, когда себе отрастил эти мозги, а? Привет, мальчики! Мама! Виктор, отпусти своего брата! Я исправляюсь! Я завязала с наркотой навсегда! А ну вот опять! Могу ли я что-нибудь? А это кто? Это Хавьер! Он был очень мил со мной! Ой, да ладно! Я устала от твоих причуд, мама! Ты пришла сюда, чтобы снова все портить! Как ты можешь так говорить? Я вырастила вас! Тетя Нит вырастила нас, а не ты! Я чиста! Дай мне шанс! Витя, ну пожалуйста, я ж твоя мать! Я же рожала, ночей не спала! Ты можешь остаться с Лэнсом, мама! Но я не хочу неприятностей! Я достаточно натерпелся, пока имел дело с ним! Вик, мы собирались встретить твоего друга в аэропорту! Чё? Я объясню по пути! Хорошо, вы двое не нарывайтесь на неприятности! Ммм, сеньора. Мать наша, конечно, выглядит херово. Что еще за друг в аэропорту? Это дилер, который выходит из бизнеса. Он достал нам сведения о той предстоящей большой поставке. Сколько это будет стоить? Чтобы поднять деньжат, нужно спекулировать. Мы теперь яппи, братишка. Что? Отвезите Лэнса в аэропорт до 12. Ага. Самолет этого чувака может улететь в любой момент, так что лучше поспеши. Капец, ты не мог мне раньше об этом сказать, а? Чувак, ну серьезно, Лэнс, Вэнс, Дэнс, Хрененс. Лучше бы ты с мамкой остался. Тихо, меня что-то заносит. Ни хрена себе, тачка какая-то быстрая, да? Где Лэнс успел украсть такую быструю точилу? Ребята, она вообще быстрая. Смотрите, меня заносит прям сильно. Я даже в повороты не вписываюсь. Или я просто уже, знаете, отвыкла от вождения, представляете? Как давно это было-то? Ребят, после этого бара байкеров, которые были не совсем байкеры, а как сказать, байкеры с причудами. Что-нибудь меня удивит-то или нет? Короче, мне надо срочно к Фламинго, ребят, пожаловаться к своему психологу. Потому что, ну это я уже просто не выношу морально. Так, пока тут можно разогнаться, в принципе. Главное не перевернуться. Главное не перевернуться, не наебнуться нигде. Так, тихо, аккуратно. Вот мамаша еще приехала на нашу голову. У нас так были проблемы с этим Лэнсом. Сейчас еще и с матерью. Вот. Вот как это так? Вот что нам теперь делать? Бичму, блин. Сам попробую тут побыстрее поехать. Я никак не могу тут нормально выехать. Так, я так выехаю, подожди. Ну-ка. Если я так вот поеду, я... Да, ёптвую, улететь в аэропорт, ага. Все. Я просто, ребята, иногда тут я помню, что путалась. Я ехала-ехала, думала, опа, в аэропорт, а потом так раз. А тут дороги нет, тут тупичок. Но нет, ребята, я теперь поняла, куда я еду, все. Так, Лэнс, ну чё ты? Хоть скажи чё-нибудь своё оправдание, а? Чё мамке-то наврал? Чё с мамкой не остался? Эх, Лэнс, Лэнс, Дэнс, хрененс. Так, всё, ребят, мы успели. В принципе, зря мы даже спешили. Так, ну чё, выходим тогда? Лэнс, я надеюсь, тебя не собьют. Так, секьюрити, наверное, заберёт всё оружие, да? Да-да-да, написали. У вас всё возьмут. Что дальше? Товар у тебя? Мы опоздали. Как я и говорил. Кто первый пришёл, того я и обслужил. Чувак, это были наши бумаги, кому ты их продал, дурак? Какому-то чуваку, у него частный самолет и частная армия, я и не думаю, что вы захотите иметь с ним дело. Но это мы еще посмотрим. Забери бумаги у наемников. Ребята, смотрите-ка. Крутые парни не оборачиваются на взрыв, в общем, мне пришлось заново ехать. И я немножко неудачно припарковалась. Ну как немножко, множко. Ребята, мне пришлось все заново ехать, потому что у меня опять игра вылетела. Я поняла, в чем вылет. Надо было заново просто захватить игру ОБСом, и вроде бы должно сейчас все сработать. Ну что, ребят, поедем на такси. Ашот пойдет домой пешком, а мы тем временем
пойдем искать себе на жопу приключений. Ребят, я сегодня хотела, думала, будет какая-то серия такая, знаете, ну, легкая, проходящая, что ли, это вот. Но мне кажется, нет. Я чувствую, что сегодня все добром не кончится. Так, подожди, а как нам поехать-то, подождите, правильно, вот так, что ли? Лэнс, ну ты хоть бы подсказал, хоть бы в карту смотрел. Блин, к наемникам. Это ж капец. Так. Убейте охранников. Ладно. Так, а может быть на машине их передаем? Не знаю даже. Лэнс, ну как-нибудь, что будем делать-то? Так, ну у меня есть граната. Может быть... Ну... Не, я даже не попала. Так, ну-ка, давай-ка возьмем. Вот так хотя бы. Я достреливаю? Ребята, я не достреливаю, что ли? Я не понимаю. Я иногда понимаю, что я достреливаю. Да что ты, блин, бежишь? Где мои бумаги, сосунки? Я вот не понимаю, он с пистолета достреливает или нет? Ну так-то он должен дострелить. Если... Все, это правильно, это понятно. Так, подожди-ка, у меня же есть вот это вот. Что это я... Так, сейчас оружие наберем, хорошо. Так, подожди, не простреливай через оградку, это нечестно. А вот так честно. Не злите меня! Не злите меня! А что ты сделаешь, Лэнс? Сейчас скажет, а я скажу своему старшему брату. Вик, порешай! Ну-ка, я не достреливаю. Нет, не достреливаю, это же, блин, Николаш. Так, ну-ка, дай-ка я соберу быстренько. А я не могу, сетка, блин. Сетка мне не мешает. Так, чувак, давай по-честному, а? Я дострелю до тебя, нет? Не достреливаю, блин. А он достреливает. Ну, потому что я близко подбежала. Я, как всегда, неудачно все сделала. Так, а там пацан остался, да? Эх, ребята. Блин, а сколько их там много-то вообще? Ой, что это такое? Лэнс, мы чуть не провалились под землю. Я тебя поздравляю. Ну-ка. Да не беги! Я надеру ваши задницы! Лэнс, ты ни хрена не можешь. Только я надираю их задницы. И, кстати, у меня скоро патроны кончатся. Надо было патроны купить. О, тут еще в белом кто-то. Ну-ка, я... Ни хрена. Только трачу патроны. Так, давай поближе. Идите сюда, мать вашу. Лэнс, ты хотя бы хоть что-то сделай, блин. Что-то хотя бы сделай. Что ты все... Блин, исчезла. Братом прикрываешься. Так, там они стоят. Можно было по ножкам. Можно было гранату кинуть. Но что-то я какая-то косая сегодня, кривая. Неправильная. Так. Давайте лучше так тогда. Лэнс, постреляй, пожалуйста, Лэнс. Лэнс, ну сделай что-нибудь, а? Лэнс, только не криво, только не косо. Я сам могу косо, криво стрелять. Ну-ка, вот, видишь, что я делаю? А. И что дальше? Какого черта они тут вообще делают? Я полагаю, что не только мы опоздали к твоему связному. Я возьму баги! Ой-о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 й! Убейте байкеров! А каким образом это сделаю? Ну-ка... Ой, ёпту, да почему у тебя, блин, кончились патроны? Почему? Ну-ка. Почему? Не стой у нас на пути. Давай! Нам нужны бумаги! А мне тоже много чего надо. Так, ну-ка, у меня пистолет остался и бинокль. Что делать-то, ребят? А и там один. Там два их. Убирайся оттуда, дураки! Ну-ка, быстренько. Так, быстренько взяли оружейку. Это мне поможет. Так, они там не бегут же? Нет, если они не бегут, то это хорошо. Так, можно было бы кинуть гранату. Можно было бы, но это опасно. Так, ну-ка, давай-ка. Ну-ка! Только не в самолет. Почти. Почти близко, ребят. Ну-ка. Да, блин, не так криво. Ну, ладно, херня, согласна. Больно, попадают, ребят, попадают они в меня. Попадают. Блин, попадают. Ну-ка. Блин, это в нос попадаю себе. Надо, чтобы он первый не начал стрелять. Успела! Успела. Удачи на моей стороне. Лэнс! Эй, братишка, этот проныра знал толк в путешествиях. У него тут столько модных штучек. Не забивайте ему голову. Ты достал бумаги? Конечно, no problem. Никаких проблем. Мне могла понадобиться твоя помощь. Тут снаружи тупица. Успокойся, братишка, все хорошо. Ну подумаешь. Лэнс, забирай бумаги, убирайся с глаз долой. И сердце вон. Ребят, мы справились, ребята. Мы просто справились. Честно, я думала, что мы не справимся. Заберем этот понтовый байк себе.
Так, ребят, что мы выяснили? Я криво кидаю гранаты и я криво стреляю. Надо просто привыкать, ребят. Просто привыкать. Ребят, я закупилась оружием, купила себе броник и еду сейчас к Лэнсу. Никакого разнообразия у нас сейчас нет, только миссии нашего брательника. Я не знаю, что он сейчас еще удумал, но уже боюсь просто идти к нему в отель. Ну, что там у тебя? Из грязи в князи? О, как. Ну? А, как раз вовремя, братишка! Ха-ха, да! Лэнс, я выхожу, чувак. Что, в смысле? Из этой помойки? Да, я тоже. Нет, я выхожу из всего этого дерьма. Я не хочу быть чертовым торговцем наркотиками. Это для дураков. Вик, не пытайся меня разжалобить. Я наконец-то получил то, что нам нужно. Я знаю, как мы можем достать большую партию совершенно бесплатно. Мы сможем наконец-то отправить Пита на лечение, в котором он нуждается. Слушай, Лэнс, я далеко не хороший парень, но наркотики принесут только неприятности. Я согласен, дружище, согласен на 100%. Именно поэтому мы получим за эту тяжелую работу большой куш и разбежимся. Джерри Мартинес. Это его кокаин. Ну и хер с ним, знаешь что? Сделаем это. Итак, дамы и господа, это по-мужски. Погнали! Ах, Лэнс, знаешь, куда надавить старшему брату. Знает, знает, сучонок. Мы собираемся сделать крупное дело, Вик. У меня есть мечта. У меня есть мечта. Ух! Твоя мечта — это мой кошмар. Не говори так, приятель. Взгляни, я даже подстраховался. Идем, парни, время зажигать. Подстраховался он. Отправляйся к докам в маленькой Гаити. Эх, Лэнс знает, куда брату надавить на мозоль. Эх, Лэнс, Лэнс, Лэнс. Итак, в чем твой план? Мартинец возит большую партию, о которой сказал Форбс. Мы все это забираем. Забираем и... И что-то недоговариваешь-то. Что-то недоговариваешь-то. Надо договаривать полностью. И получаем люлей, потому что Мартинец — это чел с большими связями. Он нас просто ушатает, ребят. Я даже боюсь вот представить, что произойдет, но понимаю мотив Витька, почему он на это согласился. По одной простой причине: у него болеет брат. И он хочет, конечно же, его вылечить. Потому что Витек у нас любит свою семью и старается сделать все возможное, чтобы его семье было хорошо. Ну и еще, конечно, нагомить Мартинесу за то, что он сломал ему жизнь, сломал ему военную карьеру. И как-то так. Поэтому Витек и уговорился. Ребят, заметьте, третья миссия, и мы на сегодня заканчиваем. Я надеюсь, мы сегодня не провалим ни одну миссию, и все будет идеально и красиво. Но посмотрим. Я посмотрю, как там все проходит. Вы двое сидите тихо и убедитесь, что путь к отступлению чист. Сейчас тут станет очень жарко. Уничтожь бандитов, защити Лэнса и грузовики. Ты чё, Лэнс, куда побежал? Вперед старшего брата. Дурак, что ли? Дурак, что ли, вперед старшего брата побежал. Ну смотрите-ка. Ты тебя там ушатают, блин. Ну-ка вперед, это брата, не беги. Да, Лэнс. Вперед брата, я сказал, не бежать. Что с Витьком случилось, Витек? Что с тобой, Витюля? Так, Витюля, блин, защищай своего братюню. Ну, давай быстрее, Витюнь! Блин, мы сейчас машину взорвем. Не взорвали. Так, ну-ка. Ой, ёб твою, опять Витек не в ту сторону смотрит. Так, все, развернулся. Повернулся, стреляем. О, минус башка. Минус бошка. Да я сказал минус башка, сказал же. Так, все, хорошо вроде. Бери другой грузовик и следуй за мной. Похоже, твой друг Мартинес наконец-то объявился. Черт! Ебать, он на гидре прилетел. Что? Что, блин? Чего? 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 Что, блин, как уничтожен ты? Что, блин? Что сегодня за серия с багами-то? Баг на баге и багом погонять. Что тут произошло, ребята? Какой уничтожен? Вы что-нибудь видели? Что произошло? Что, блин, случилось? Что, блин? Объясните мне кто-нибудь. Что это такое-то, блин? Что это такое, сука? Опа! 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 Опа, ребята, вы видели это? Что за каскадерские трюки? Что тут происходит? Блин! Короче, ребята, я сделал себе перерывчик на чаек. Решила отдохнуть и понять, как это произошло. Что это такие за баги-то происходят? Где грузовики? Где что?
Или Мартинис настолько, знаете, он прошаренный, он, наверное, может в магию вне Хогвартса, и он просто взял и все уничтожил. Типа, не доставайся же ты никому, груз. И так, типа, пшш, все нахрен уничтожил. У меня только это, объяснение, больше никакое. На тебе, блин. Ты че, блин? А, блин. Все. Ну что, грузовики? Ага. На Мартинис, Мартинис! Черт! Так, все, они на месте, здорово, классно, садись в грузовик и едь. Так, повреждения. Ой-ой-ой, ребят, сейчас бы еще чуть-чуть и в воду просто, мы бы канули в воду. Так, ну-ка, аккуратно. Постарайся не оставать, чувак, я плохой водитель. Че ты там сказал? По-моему, Лэнс, я хуже тебя, водитель. Так что сейчас мы с тобой поборемся за звание плохого водителя. Лэнс, езжаем. Так, главное, чтобы не было повреждений. Ой, ребята, ребята. Я, кстати, исправила там ОБС. Теперь она больше вылетать не будет. Ёб твою, это кто? А, ну, понятно, кто. Ёб твою. Мужики приехали. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Аккуратно. Лэнс, быстрее веди, за нами хвост. За нами хвост, Лэнс, пожалуйста, Лэнс. Лэнс, Дэнс. Лэнс, Дэнс. Дэнс, Лэнс. Ёб твою, повреждения начались. Тихо-тихо-тихо-тихо, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Мужики, ну вы чё? Ну мужики, ну мы нормально же общались. Хотя с вами мы никогда нормально общались. Так, Лэнс, быстрее, меня могут додамажить. Ребят, а что если выйти из машины и просто им, ну, это, как сказать, просто взять их и убить? Или не получится так? Может, ой, вы видели, сколько у меня дамаги? Они меня сейчас задамажат, ну серьезно. Ну как, блин? Да вообще, Лэнс, быстрее, уезжаем нахрен отсюда, Лэнс, Лэнс. Тихо, 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 о, что творится, о, что делается. Тихо, тихо, нет, нет, не повреждай меня, не повреждай. Нет, ой, ладно. Лэнс, куда едем? Лэнс, я горю, Лэнс, Лэнс, я горю, мы умрем с тобой. Опа. Пересеките мост, избегая это с вертолета, о, Мартинес. Мартинес, Мартинес, а, Мартинес. Повреждение, у меня максимум повреждений, ребята. У меня, вы видели, машина горела, а потом перестала гореть. Это как вообще? Тихо-тихо-тихо. Ой, Лэнсу пипец. Лэнс, тебе капец. Лэнс, тебе все. О, там копы. Там копы. Похоже, полицейские спугнули Мартинеса. А, черт, следуй за Лэнсом. У меня слишком много дамаги, вы че? Пацаны, вы че, блин? Я не выдержу уже столько. Копы. Не дамажьте меня, пожалуйста, у меня вообще чуть-чуть осталось. Ребят, что за месяц такая бешеная? 4 звезды. 4 звезды. Как это ужасненько. Лэнс, если нам далеко ехать, это просто капец, ребят. Это на тоненького прохождения миссии, но мне кажется, уже сейчас она не пройдется. Машина горит. Да-да, горит, сейчас взорвемся. Ну, а что вы хотели, блин? Они меня, те дамажили, эти дамажили, все меня просто дамажили. Если счетчик вашего здоровья, вы, короче, умрете в больнице, да? А нет, вас вылечат. Капец, ребята, а что мне делать-то? Что делать-то с такой миссией-то? Это же вообще какая-то жесть полная. Так, ребят, давайте думаем тактику. У меня есть 2 варианта. Либо выйти из машины и их быстренько расстрелять. А, но, может быть, Лэнс уедет и миссия скажет мне, будет провалена. Либо, я не знаю, точно ехать за Лэнсом. И, может быть, они как-то будут меня в попу дамажить. И ничего не произойдет. Ну, конечно, блин, уже происходит. Уже происходит. Тихо. И главное, ребята, вот мне бы стать причиной их аварии. Но у меня не получается, потому что тут все столбы такие... Да ёб твою! Лэнс, ну не надо! Лэнс, ты дурак. Лэнс, ты дебил. Лэнс, ты вообще дурак. Ну, уйди, блин, машина. Так, ребята, они меня еще не задамажили. Да, Лэнс, ну хватит врезаться во все, что можно и нельзя. Лэнс! Ну, Лэнс, ну не веди себя как дебил, ну, Лэнс! Мужик, ну помоги ему, нажми на педали, я не знаю. Лэнс, да ёб твою! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я поняла вроде тактику, надо не отставать вообще от Лэнса, ребят. Как отстаю, так сразу они меня дамажат. Надо вообще не отставать от Лэнса, надо прямо ему дышать в пупок. В жопу. Ладно, неважно. Лэнс, куда нам теперь, Лэнс? Так, заворачиваем. Так, они, может, в столб врежутся. Так, ребят, в принципе, у нас мало дамаги, и мы сейчас как раз-таки будем подъезжать на мост, куда нам и надо. Так, тихо. Тихо, аккуратно. Тихо, ну не, нет, ну ёб твою мать, ну уйдите в пальмы. В пальмы езжайте, в пальмы. Да ёб твою, они сейчас меня задамажат, ну уйди. Уйди, блин, козел вонючий, ну сколько можно-то? Сколько можно-то, блин, я и так стараюсь, блин. Я думал, сейчас в пальму задамажатся, ни хрена. Кстати, ребят, у меня опять мало осталось, у меня слишком много повреждений. У меня слишком много повреждений.
У меня очень много повреждений. Сейчас еще с копами тут там бодаться. Хотя копы в меня не стреляют, как бы. Ну, блин. Так, сейчас будет Мартинес. Мартинеса спугнули копы. Да-да-да-да-да. Ну, сейчас они меня чуть подамажили. Да, следую за Лэнсом. Лэнс, куда мы будем ехать-то дальше? Куда? Куда, Лэнс? Давай быстрее только, Лэнс. За нами 4 звезды. 4 звезды. Там коп гуляет, ему похер вообще, что творится. Лэнс, я хочу пройти эту миссию, понимаешь? Лэнс, пожалуйста. Лэнс, я тебя умоляю, пожалуйста. Быстрее езжай, дави в пол. Нахрена мы вообще ввязались в это? Я понимаю, отомстить Мартинесу и прочее. Ёб твою мать, шипы попало, шипы. Да куда мы едем-то, Лэнс? Какая у нас конечная точка? Ну серьезно, да, Лэнс, дебилый кусок. Дебилый ты кусок, Лэнс. Ненавижу тебя. Все, ребят, у меня просто горит на Лэнсе. Да ёб твою мать, ну копы. Не надо со мной ничего делать, я умоляю вас. Пожалуйста, не надо. Не надо, не надо, уже. Не надо, не надо, не надо, не надо. Тихо. Все, что ли, приехали? Да ладно. Все. Мы выжили. Мы смогли. Ура! Ладно, не такая уж страшная миссия была. Наконец-то богат. Уху, богат. Наконец-то мы богаты. Фу. Мы еще и не продали все это говно. А стой, я только что купил нам обоим шикарные квартиры. И мы в долгах по уши. Я думал, мы выберемся из этого говна. Нам надо, но я должен сделать это стильно. Репутацию надо поддерживать. Блин, вот ты Лэнс, конечно. Трое копий идет. Четверо копий. Ни хрена себе, сколько вас много. Вы все забыли, да? Пацаны, вы знаете, это я нарушал закон. Целых 5 копов. Кто написал? Луиза. Лэнс говорил, что ты скоро разбогатеешь. Это значит, что у тебя больше не будет на меня времени. Так, Лэнс тут. Я не пойду к Лэнсу. Нахрен, все, я хочу домой. Я хочу домой. Зачем я выстрелила? Нахрена? Так, а он сказал, так, у нас есть... А, новая квартирка у нас есть. Не-не-не-не-не-не, коп, не надо, я просто выстрелила мимо. Коп, не надо, коп, пожалуйста. Я хотела острых ощущений, но не настолько острых. Ребят, мне не везет, я опять тут. Потому что я пошла сохраняться, и игра вылетела. Вот. В общем, ничего страшного, в принципе, нет. Это дело не в самой игре, это с ОБСом бывают конфликты. Но ничего страшного, я, короче, настрою, я все сделаю. Поэтому, ребята, не страшно, я все исправлю и пройду еще раз эту миссию. Главное, прошли. Главное, что у меня серия есть полная из 3 миссий. Я обычно по 4 проходила, но тут будет 3. Ну что, ребята, встретимся в следующий раз. А пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.